Добрый день! Вас приветствует сайт Балакова Лайф. Здесь мы вам расскажем о последних, самых интересных и горяченьких новостях недели нашего любимого города. Начинаем! Итак, на прошлой неделе полицейские изъяли 500 литров пива для утилизации. Боже, вы сами-то в это верите? Может быть, не для утилизации, а для выпиализации. Кстати, будьте осторожны, граждане города Балакова, потому что 500 литров не маленькое количество, и последующие два дня полицейские могут не отвечать на ваши звонки. Пьяный гаишник сбил женщину на переходе на улице Минская напротив рынка. Вообще очень печально. Люди, которые должны блюсти закон, которые носят погоны, совершают такие постыдные преступления. Что творится? К чему катимся, господа? Стоит задуматься. Штраф 1500 рублей придется выплатить жительнице Балакова, которая самовольно подключилась к газопроводу. Факт нарушения был выявлен... Смотрите, мы граждане, гражданка Российской Федерации, подключилась к газопроводу, то есть ресурс, который Россия продает за границу, да? Когда Украина 1.5 года на халяву пользовалась нашим газом, все было нормально, а гражданке России нельзя сразу штраф, понимаете, а украинцев там, не знаю, подумаем еще. Ладно, переходим дальше. Итак, средняя заработная плата по Балакову составляет 20 тысяч рублей. Не получаешь 20 тысяч рублей? Лошара! Лошара, значит. Попробуйте, вот кто это составлял? Попробуйте на улице, подойдите к 100 людям. К 100 людям, да, попробуйте, скажем, привет, сколько получаешь? Ну там 10-12 будет. 10-12, 10-12, что ты гонишь? Ты 20 получаешь? Ты сколько можно этой херни? Сколько можно? Ладно, спокойно. Сколько можно? Что делать? Подпали! Ровные тела. Что у него там? Что это было? Что творится? Да уж, почитали новости.